сейчас, когда все люди ну, переполнены какой-то ненавистью каждого к каждому, всех ко всем, эта книжка исключительно такая дружественная, очень миролюбивая. Она вот вся как-то проникнута желанием понять, разобраться, войти в положение и вот таким каким-то, ну, удивительно братским отношением к тем людям, о ком она пишет. А они могут быть даже ей и неприятны, но она хочет понять и объяснить это другим. Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя не лай мені. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы эта книжка стала ну, такой альтернативой телевизионному потоку лжи. Ну и давайте поможем планете и поможем Вике эту книжку издать. И сделаем это всем нашим миром.